29 июля 2016 год, город Бендеры. Только кто закончился ДК Ткаченко. Музыкальная программа посвящена 24-летию ввода миротворческих сил. Но я прощаюсь и хочу сегодня пройти вот так и пойду. До остановочки. Проводите меня. Идемте на улицу Лазо. Так. Вот такие вот дворы стандартные, они везде у нас. Так. Сейчас тепло. Все выходят на улицы и сидят. Так, мы прям в центре города, по правой стороне. Набережная, вот, если спуститься, там будет ДК Ткаченко. Это дворы, вот такие вот у нас дворы, даже не знаю, это по Ленина или по другой улице, дом. Ну, я пока немножечко вырабатываю концерт, делаю клип, поэтому... будет присутствовать такая музыка во время моего разговора. Так что прошу извинить. Вот такие вот там вот гаражи частные, дома. А это вот такой вот бетон. Так, я тихонечко и до Лазо дойду, до остановочки, и с вами попрощаюсь. Тут антикафе. Когда платишь 25 рублей, вот сейчас я вам его покажу. Вот оно, это антикафе. Прям по улице Лазо. А это наши... Ну, извините уж. Как живем, так и, как говорят, и гордимся. Ой. Вот такие вот у нас мусорки. Вон оно, танки кафе. Вот эти вот мусорки знаменитые. Это лечебница. Так, вот центральная школа. Так. Так, немножечко для вас отсниму. Что к чему у нас тут? Вот она, наши минводы, что ли. Вот эта школа, вот улица Лазо. Вот так вот и живем. Так. Поликлиника центральная. Тут сейчас это для алкашей сделали. Где раньше, я помню, прививки делали. А сейчас для алкашей. Ну их там это. Ну что ставят?
Так, вот поликлиника все. Елки выросли. Даже я не знал. Так, там у нас... Вот как раз я и подхожу. Дай бог, чтобы мой был. И чтобы я быстрее поехал. Вот, видите, я с видеокамерой. Вот, вот, иду после концерта. Малый же как бы здесь, Саша. Тут вот тоже какая-то стройка будет. А что тут? По правде не знаю. Вот ларёк такой, киоск, стоит печать. Такой осовремененный. Так, улица Котовская. Так, у нас зеленый свет, и я пойду. Так. Где чуть-чуть? Это вот ткацкая наша фабрика. А, вот 19-й поехал в Тирасполь. Вот он, как едет, замечательно. Это 20-ка тоже в Тирасполь. Ну, торговый центр Элит. А сейчас я вам покажу. Где был профцентр. Там вот был профцентр вот тут. Сейчас там магазины все возможные. Рынок, там советская, а тут вот ресторан «Плакучая ива». Ну что, думаю, на этом все. Город Бендеры, 29 июля 2016 год, 20:41. Пока.